Приглашаем на сцену. Не заморачивайся, Галия. Салам алейкум, рахматуллахи таала ва баракату, уважаемая аудитория. Рахметчи говорят, да, Галия? Я правильно говорю? Совершенно верно. Можно световика попросить включить свет в зале? Всем салам алейкум, рахматуллахи таала ва баракату. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошего вечера всем. Друзья мои, пришло время не только здесь подарки раздавать тем людям, которые на сцене находятся. По-моему, пора уже в зал тоже приносить что-то. Как вы считаете, да или нет? Да! Очень хорошо. Давайте с нашей маленькой аудиторией начнем общение. Я вот думаю, мне в зал выходить или сюда выйдут. Поднимите первые три человека, которые вы поднимут руку. Вот, солнышко, иди сюда. Вот, солнышко, иди сюда. И вон там кто-то был на Камчатке. Так, давайте иди сюда, срочно, срочно, сюда, давай, будем общаться. Иди, пики. Вот какой мужчина, вот, не, правильно, даму пропустил, все, сюда, проходи, вот, солнышко, вот сюда садись, говорю, ой, какая ты красивая, идем сюда, вот с этой стороны будешь стоять. Так, все, парни, все, идем, ну, как в тюбетейке, как парни не пустить. Идемте, подарков много, все. Если можно, просто я боюсь немножечко затянется. Молодой человек, ну раз уже пришли, идемте сюда. Вы куда? Смелее сюда. Ну что, тебя как зовут? Герой. Идем сюда. Пускай тебе что. Все, давайте поприветствуем этого героя. Дамир. Да, сколько тебе леточек? Четыре. Четыре это сколько? Вот столечко, идем сюда. Вот столечко или вот столечко? Правильно, у мужчины одно слово, это вот столечко и все. Слушай, что надо говорить, когда говоришь «Ассалам алейкум», что надо говорить? Надо говорить. Еще? Забыл. Он не знает, а что надо говорить? Ты в курсе, идем сюда, ты такая, идем сюда. Что надо говорить, когда говорят «Ассалам алейкум»? Тоже не знаешь. А кто в курсе вообще, что говорят, когда говорят «Ассаламу алейкум»? «Ассаламу алейкум». «Ассаламу алейкум» и ты тоже следуешь. «Ассаламу алейкум», да? В зале знает кто-то. Так, друзья мои, я вот поэтому боюсь, потому что кто-нибудь в зале скажет, вот меня не заметил, им дал там и так далее, и так далее. Давайте. Вот слушай, ты такой вот... Слушай, вот Роза немножечко загадка. Давайте его вот сюда. Ты такой в тюбетеечке, такой симпатичный парень. Тебя как зовут? Амир. Очень приятно. Амир. Амир Аль-Муминин, иншаллах. Сколько лет? 8. 8 лет. Учишься? Работаешь? Учусь. В каком классе? Во втором. Какой предмет самый любимый? Все. Все. Вот он, красавчик, вот мусульманин. Вот это я понимаю. Слушай, с каких слов вообще мусульманин начинает любое дело? Бисмилля. Знаешь, что они означают? Ну, в общем, начинают с этих слов, друзья мои. Давайте поаплодируем и поприветствуем нашего человека, который уже заслужил подарочек. Будьте любезны, вынесите подарочек, отдайте Амиру, и мы дальше будем общаться. Так, молодые люди. Амир, тебе за волю к победе можно просто тебе дать что-то. Даже, как считаете, да или нет? Тогда давай мы тебе подарочек дадим. Тебе же 4 года. Папу любишь или маму? Маму. Маму, конечно, маму. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорил маму, маму, маму. 3 раза он повторил. Когда говорил о том, когда его спросили о том, кого должен любить ребенок, он 3 раза повторил маму и после этого сказал отца. Он правильно только что ответил на вопрос. Давай, герой, идем. Иди, возвращайся к себе в зал. Ну, солнышко, рассказывай, тебя как зовут? Алсу. Очень приятно. Тебе сколько леточек? 7. Учишься, работаешь? Учусь. Где учишься? В школе? Да. Нравится? Какой любимый предмет? Любимый? Все. Вот замечательно. Тоже, слушай, какие вот хорошие здесь мусульманы и мусульманочки. Слушай, а ты знаешь, где родился пророк Мухаммад?
Есть кто хочет ей помочь? Так, вставай, ты первая подняла. Микки? Конечно, Микки, а ты аплодисменты тебе. А тебя как зовут? Диана. Диана, ты в каком классе учишься? Во втором. Самый прелюбимый предмет? Все. Вы же все, слушайте, молодцы какие. Слушай, ну давай тогда получай свой подарочек. Не будем затягивать. Идем сюда, солнышко, а тебя как зовут? Лилия. Ты знаешь, в какой день родился пророк? Нет. Давайте я... А тебя как зовут? Меня Камила. Камила. Ты тоже учишься, я так понимаю? Да, я тоже учусь. Замечательно. Тоже все предметы любимые? Да. Слушайте, вы в четвертях, как вообще у вас дела обстоят? Вы мне скажите, пожалуйста, какие у нас оценки? Пятерочки, четверочки, международные оценки. Какие вообще у нас оценки? Пять. Международные тоже? Да. Ну правильно, что имеем право, наше конституционное право в конце концов. Давайте вместе сейчас мы узнаем, какой день недели родился пророк Мухаммад. Я начну, а вы закончите. Ты не знаешь? Ты тоже? Нет. Я начну. По... Не... День. Понедельник даже? Конечно, ну все, вот молодые люди, будьте любезны, дайте тем, кто ответил на этот вопрос, подарочки. Молодой человек, идемте сюда, вы у нас так стремились на сцену, вроде как. Вас как зовут? Тимур. Тимур, очень приятно. Такой серьезный парень. Чем занимаешься? Ну, сейчас учусь в музыкальной школе на гитаре играть. Да, замечательно. Вот я слышал, когда я задал вопрос, в какой день недели родился, ты даже дату назвал. Ну, это было 12-е, как помню. Аплодисменты, друзья мои. Человек знает, когда родился пророк Мухаммад. Знаешь, где он родился и где перешел в мир иной? Деточки, вы можете к родителям своим пройти. Все, вам спасибо большое. Эти аплодисменты вам. Так. Ну, тоже в Мекке. В Медине. В Медине. Ну ты так кое-что знаешь. Хазратом ты это не подрабатываешь так потихонечку? Нет. Ну я так смотрю, у тебя потенциал серьезный. У нас вообще как в четвертных, как у нас будут дела обстоять, как думаешь? Отлично. Отлично или хорошо, или международный все. Международный, кажется. Да, ты смог. Хорошо, этот подарочек тебе, дорогой мой друг. Тебе всего самого наилучшего. Аплодисменты. Давайте все-таки со взрослыми тоже хотелось бы вот буквально пару слов. Друзья мои, все-таки, вы знаете, в изучении жизни посланника Аллаха есть множество достаточно серьезных примеров. Его милости, того, как он себя вел, как относился к верующим, неверующим, людям самым разным. Во всем есть пример. И этот пример он оставил практически вот в любой сфере, которая нас будет интересовать, как надо поступить. Во всех этих сферах мы найдем пример, который нам оставил посланник Аллаха. Алейхи салляту ва саллям. Скажите, пожалуйста, как-то одна родственница подошла к пророку, алейхи салляту ва саллям, взрослая женщина, и сказала: «О посланник Аллаха, попаду ли я в рай, буду ли я в раю?» Что? Пророк, алейхи салляту ва саллям, сказал «нет» и улыбнулся. Что произошло дальше? Кто ответил? Рук не вижу. Так вот, вон там человек. Давайте я все-таки буду. Постаршие люди здесь. Я быстренько буду перемещаться. Постараюсь максимально быстро. Так, друзья мои, вы, по-моему, подняли руку. Давайте, блесните знаниями. Ассаламу алейкум, рахматулла. Как вас зовут? Давайте вот, чтобы вас все видели. Очень приятно. Чем занимаетесь? Учитесь, работаете? Работаю. Работаете кем? Что? Строитель.
строителем. Очень хорошо, дай Аллах, чтобы благодать была в том, что вы делаете. Вы знаете, чем закончилась история? Да. Давайте. Когда спрашивала эта женщина, что я пойду в рай, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нет. Почему? Потому что у него возраст был большой. Рай попадет только молодые, 33 года. Аплодисменты, друзья мои! Дело не в том, что она не попадет в рай. Дело в том, что в раю все наши женщины, вы представляете, они будут 33 года, в расцвете сил, красивые, высокие и так далее, и так далее, которые будут краше райских гурий, если они будут соблюдать. Эти аплодисменты вам. Второй вопрос в зал. Друзья мои, есть вот Ахлюль-Байт, представители Ахлюль-Байт, люди из рода посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалам. В их действиях тоже можно найти пример. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что представитель рода посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалам, с нами здесь в зале тоже находится, чтобы вы знали. И он здесь стоял на сцене. Так что, алхамдулилля, у нас здесь тоже есть люди, которые из Ахлюль-Байта. Так вот, Хасан и Хусейн, внуки пророка, алейхиссаляту вассалам, однажды они увидели, как один из мужчин неправильно совершает омовение. Так вот, они не знали, как подойти и сказать ему, какой шаг они предприняли, чтобы очень корректно и этично сделать, не обижая взрослого человека. Вон я вижу, руку поднял человек, простите, молодой, все, девушки, все-таки уступим. Итак, давайте быстренько представимся. Как вас зовут? Амина. Очень приятно. Вы чем занимаетесь, Амина? И это солнышко рядом с вами, которое находится? И работаю, и учусь. Как замечательно. Учитель где? В университете. Эти аплодисменты вам, Амина. Скажите, пожалуйста, как они поступили? Коротко отвечу. Они показали личным примером, чтобы не обидеть этого пожилого человека. То есть? Сделали правильное омовение. Она только что правильно ответила на этот вопрос. Аплодисменты и подарок, пожалуйста, нашей Амине. Да, на самом деле, друзья мои, внуки посланника Аллаха, они сделали следующее. Перед ними был взрослый человек, который совершал омовение и делал это не совсем правильно. Чтобы не обидеть. А это, вот это то, что оставил пророк, алейхиссаляту вассалам. Необычайная милость, милосердие и отношение очень этичное к любому человеку. Они, чтобы не обидеть этого старика, они подошли к нему и сказали: «О, старец, если можно, посмотрите, правильно, кто из нас лучше делает омовение?» И перед ним совершили это омовение. Он же сказал: «Друзья мои, каждый из вас делает омовение лучше, чем я. Это мне надо его исправить и делать правильно». Он понял, к чему они это сделали. Поэтому в примерах этих великих людей для нас такой неисчерпаемый урок, который они оставили нам. И хвала Всевышнему, у нас сегодня есть и алимы, ученые-богословы, от кого мы можем черпать эти знания. Поэтому давайте этим дорожить. И Всевышний говорит о том, что тому, кто благодарен и проявляет эту благодарность, Всевышний увеличивает. Поэтому вот подобного рода мероприятия, изучение наук, следование за ними, это и есть проявление шукру. То есть воздание хвалы Всевышнему Аллаху. Если бы это было не так, мы бы в таком большом зале не собрались. Потому что в предыдущий год он был чуть меньше. Сейчас есть признак того, что Всевышний доволен. И взглядом милости посмотрел на нас. Раз нам немножечко увеличил, давайте же стремиться к тому, чтобы он еще больше сделал. И мы в следующем году в еще большем зале были и радовались друг другу. Ассаламу алейкум.